В рамках празднования Дня молодежи в Омске прошел финал первого областного турнира по интеллектуальной игре «Что, где, когда». В споре за звание победителя сошлись две независимые команды – Алины Гермезеевой и Сергея Беженцева. Участников ждали интересные вопросы от телезрителей и эмоциональные споры за игровым столом. Команда Алины Гермезеевой проявила характер, стартовала с 0-2, перестроилась, игроки включили логику, повели 4-3. Мы уже заняли второе место, это уже для нас победа. Но если мы займем первое, конечно, это будет фурор, которого мы не ожидаем. Когда волнение от старта уже прошло немножко, освоились, начали накидывать побольше версий и уже тогда взяли два подряд вопроса, и уже сравняли счет и дальше шли уже уверенно. Решающий отрезок – три вопроса. Максимальная концентрация в ключевой момент. Трудная, но важная победа со счетом 6-5. Сейчас интеллектуальные игры, настольные игры в кругах молодежных набирают большую популярность, и мы очень надеемся, что турнир станет ежегодным, и все больше и больше ребят в нашем регионе будут принимать участие. Главное, чтобы вот у нас остался, потому что очень интересно, это новые эмоции, новые какие-то знания, да, это не энциклопедические знания, здесь заставляют тебя думать, и очень бы хотелось, чтобы такое в нашем регионе развивалось и продолжалось. Изумительный сценарий во второй игре финала. Команда Сергея Беженцева взяла хороший темп с самого начала, но допустила досадную оплошность на финише. Мы просто не поверили, что может быть слишком легкий вопрос. Да? То есть обычно вопросы «что, где, когда» более сложные, то есть они требуют не ответа сразу в лоб, да, а каких-то раздумий, да, так называемые выкрутки, да, когда на основе каких-то фактов, сопоставления ты даешь правильный ответ. Отвечать, да, когда вроде как правильно спросили, какая птица предвещает бурю, отвечать буревестник, показалось неинтересно. Интересно, да, поэтому, да. То есть в конце, наоборот, попался вроде как легкий вопрос, а ты уже настроил на сложный, поэтому, вот так получилось. Потрясающая развязка. Победителем первого омского турнира по интеллектуальной игре «Что, где, когда» стала команда Алины Гермезеевой. Это игра, в которой можно совершать ошибки, в которой можно делать какие-то тактические ходы, чтобы привести команду к победе. И даже та ошибка, которую я совершила на предпоследнем вопросе, не помешала нам стать победителями областного турнира «Что, где, когда». Конечно, я чувствую фурор. Полное ощущение счастья и немножечко недоумения, если честно. Я пока не могу поверить в то, что мы победили. Накопленный опыт поможет в следующих соревнованиях. Организаторы намекнули, что думают над тем, как сделать игру еще более интересной.